И снова о жалобах жильцов на работу управляющих компаний. Они обычно лидируют в черных списках, лишь на время коронавируса уступив печальное первенство медицине. Проанализировав солидный массив более чем 2500 обращений, областной департамент ЖКХ не только определил топ распространенных жалоб, но и составил списки самых эффективных и неэффективных управляшек. Докладывая результаты первому заместителю губернатора Денису Буцаеву, список пообещали обнародовать, дабы жильцы могли начать процедуру смены управляющих компаний. Напомним, это всецело полномочия самих собственников жилья. При этом Денис Буцаев поручил муниципалитетам взять дело на контроль там, где управляшка одна на весь район и при этом попала в красную зону неэффективности. Все остальные муниципалитеты, где есть красные зоны, в течение 2 недель должны подготовить дорожную карту по работе с проживающим населением, которое обслуживается этим управляющим компаниям, и по замене управляющих компаний. Здесь в этом отношении нужно не просто разъяснять, а помогать в этом отношении жителям менять не справляющиеся со своими обязательствами управляющие компании.